Зарплата работников социальной сферы продолжает повышаться в Казахстане. По информации Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, с 1 января 2022 года на 25% увеличена заработная плата педагогов и сотрудников сферы социального обеспечения, медицинских работников в среднем на 20-30%. Повышение заработной платы для 600 тысяч педагогов началось еще с 2020 года. А с 2021 года поэтапно повысились зарплаты 247 тысяч медицинских работников. К 2023 году их заработная плата будет увеличена в два раза. Конечно, это сейчас очень хорошая поддержка для наших учителей и медицинских работников. Я думаю, что тем самым это будет стимуляция наших педагогов, стимуляция наших медицинских работников для того, чтобы они стремились получать новые знания, стремились обучать наших детей, да, врачам это, естественно, лечить, повышать квалификации, то есть в разных отраслях, чтобы все отрасли, то есть у нас были на высоком уровне. И данный подъем, конечно, должен быть постоянным, то есть я думаю, что если ежегодно будет поднятие, то это будет очень хорошая стимуляция для наших медицинских работников и учителей. Но надо и думать об учителях, о врачах, о нашей интеллигенции и так далее. Понимаете, нет выше человека, чем учитель. Нет выше, потому что учитель учит и министра, и чиновника, и простого ребенка, который будет патриотом своей родины. Я считаю, что надо обязательно увеличить зарплату для учителей. Учитель – это главное лицо. Врач – это сегодня, как мы с вами на фронте находимся, на передовой мы находимся, по сути. Также и учитель, также и врач находится на передовой. С 1 января 2022 года на 25% повышены должностные оклады у 21 тысячи работников сферы социального обеспечения. Рост зарплат коснулся руководящего состава и основного персонала. В частности, это социальные работники, педагоги и медики. Алексей Сафонов, Евгений Четников, Алтай Акпарат.